Добрый вечер. Сегодня у нас действительно уникальная новость. Впервые в истории робот-гуманоид поднялся на Великую Китайскую стену. Компания Robot Era представила кадры, на которых их робот XBOT L преодолевает этот исторический маршрут. Стоит отметить, что XBOT L – первый гуманоид, которому удалось совершить этот подвиг. XBOT L, конечно, уступает скорости H1 от Unity 3 и не такой гибкий, как Atlas от Boston Dynamics. Тем не менее, он впечатляет своей устойчивостью при движении по известной стене. Он уверенно справляется с неровностями, преодолевает лестницы и даже демонстрирует несколько приемов тай-чи на одной из сторожевых башень. На мой взгляд, устойчивость и способность XBOT L к выполнению сложных движений является ее главным достоинством. В реальных условиях эти качества могут быть важнее, чем скорость и гибкость. На видео видно, как XBOT L справляется с неровностями и движется под тускло освещенным участком стены. Обычно недостаток света может стать проблемой для других роботов, но не для XBOT L. Это благодаря специальной технологии, которая помогает роботу принимать решения в сложных ситуациях. USC, соучредитель Robot Era, объяснил, что алгоритмы помогают роботу распознать сложные дорожные условия и корректировать свою походку. Robot Era разрабатывает роботов для разных отраслей, таких как промышленность, медицина и сельское хозяйство. Их цель – повысить эффективность и безопасность процессов. На мой взгляд, это впечатляющее достижение. Мы видим, как роботы становятся все умнее и способны справляться с реальными трудностями. Это открывает большие возможности для их использования в самых разных сферах, делая нашу жизнь более удобной и безопасной.